Я к нему подходил, кстати, хотел научиться. Я говорю, вы возьмите меня ученики и так далее. Тем более, ну, скажем так, мой тесть с ним когда-то там пересекался и так далее. А он со мной, я даже его, как говорится, аудиенцией допросил. Виктор, это стал... вопросы в жизни, к Ситке наработал. А как он тебя может этому научить? Это тебе надо прожить. Так, а вот он мне так как-то вот сказал, вот буквально три слова или четыре. Я ничего не понял, он меня зазомбировал или запрограммировал. Все. Я сказал спасибо и пошел. И потом никогда не мог никому сказать, ответить, что он тебе сказал? Он меня отбрил, послал или что? Я так и... Хорошо, я вас зомбировать не буду, но скажу, что нужно делать. Но вы должны сами это делать. Я этим не занимаюсь непосредственно, вот в вашей области, да? У вас же есть своя специфика, свои цели. Вы мастера боевых искусств. Вы всем не говорите, нет. А, ладно, хорошо. Нет, нет, я скажу в общих чертах. А вот кто как применит, это уже от вас будет зависеть. Потому что многие из вас забудут об этом уже на завтрашний день. Кто-то запомнит и пробудится это желание через, скажем, года 2-3 только. Кто-то начнет сразу это практиковать, но не поймет, как это работает. Но так или иначе, будет разная реакция на это. Но это простые вещи, что я сейчас скажу. Послушайте внимательно. Все силы, которые приходят к человеку, зависят от одной вещи только. Может быть, вы знаете, спрошу вас сначала. Разум. Ну, непосредственно, можно сказать, разум, да. Мы объясняли разум. Карма. Карма. А как разум приходит? Какая сила дает разум? И как карма меняется? Ну, а сверх... Да, вы слышали лекцию, да, прямо сейчас хорошо отвечаете. Но мы не концентрировали вот этот аспект, но говорили, что есть такие вот уровни, и можно с ними связываться, а можно не связываться. А вот как мы связываемся с ними? Ну вот непосредственно, скажите, вот прямо вот уже практики. А? Звук тоже. Мантра, да, мантра. Но подождите, мантра не будет работать без какой-то определенной вещи. Я про нее и спрашиваю. Цель, высшая цель. Все хорошо мыслите, замечательно. Но вот конкретно это аскеза дает силы человеку. Практикуйте аскезы. Например, мы говорим, станьте вегетарианцами, это аскеза. Не принимайте интоксикации, это аскеза. Особенно, какая самая сильная сила в человеке, скажите, которая сейчас расходуется просто не по назначению, разбрасывается повсюду? Сексуальная. Вот, как только вы владеете этой энергией, у вас появится ситхи. А без мантры, вот без звука, то, что вы сказали, это очень сложно сделать, без медитации. Поэтому сначала медитируйте, потом занимайтесь деятельностью. То есть плохо, да, то, что мы поддаемся, вот, когда нам хочется секса, и мы ищем... Расход энергии. Да, да, да. Но с другой стороны, сексуальная энергия, она очень мощная, она заставляет человека это делать, верно же? Поэтому нужна медитация, чтобы ум выше поднять, выше чакры. Сексуальная энергия внизу находится. Если поднять, скажем, сознание выше, вы не будете испытывать потребности, она будет по-другому работать просто, выше. Вот, через медитацию, аскезу вы обретете все ситхи. А предкам как-то передаются там способности, то есть не из прошлой твоей жизни, кем ты был другим человеком? Гены. Да, вот именно гены. Да? Но мы же заслужили это рождение тоже. А, мы... а как раскрываются эти гены также, получается? Вегетарианец, там, энергия сексуальная? Например, смотрите, есть не только гены. Вот, например, человек не врач. Как раскрыть гены? Сейчас я расскажу. Например, человек не врач, и перед ним раскрывают все инструменты, гены. Он ничего не сделает, верно? Он не сможет провести операцию. А вот человек не врач, но его научили каким-то навыкам, и он уже что-то может делать, видите, даже если гены другие. Поэтому нужно обрести навыки через аскезу, через усилия сейчас. Неважно, какие гены у вас. Потому что выше генов, вот этот звук, вот эта душа, она не поддается ни карме, ни каким другим материальным обстоятельствам. У вас внутри вот эти ситхи скрыты сейчас. То есть